Приветствую подписчиков и гостей канала Банковский в нашем обзоре Business Cure от ВТБ. Business Cure – это быстрый и простой способ приема платежей для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с помощью уникального QR-кода. Преимущество такой системы прежде всего в том, что, во-первых, платежи производятся очень быстро в течение 15 секунд, обслуживание стоит 0 рублей и комиссия взимается очень низкая, то есть от 0,4 до 0,7 от суммы операций, там, в зависимости от того, что за транзакция. Действительно, конечно, не каждому, может быть, подойдет такая система, но многим она придется по душе, потому что не нужно покупать специальный терминал, каких-то особенных технических устройств тоже не потребуется, то есть вам нужен, по сути, только смартфон. Также, помимо этого, данная система позволяет получать оперативные отчеты, аналитику, можно все это отслеживать. Также можно подключить налоговый режим самозанятость, да, который для ИП подходит, и в некоторых случаях лучше его подключить, потому что будет дешевле. Также вы можете смотреть список операций, то есть все операции, которые были произведены, они будут вам видны. То есть не нужно для этого какие-то специальные приложения устанавливать, либо, например, тем более ехать в налоговую. То есть все это на глазах у вас, так скажем. То есть вы можете выставлять чеки и отправлять их покупателю, отслеживать налоги по каждой транзакции и учитывать свой доход, в том числе, если оплата была произведена наличными. Ни одна современная система, да, она, в общем-то, подобного не предлагает. Ну, по крайней мере, на том же уровне, как это реализовано здесь. Сколько это стоит? Вот мы уже сказали, да, то есть комиссия 0,4%, если транзакции будут в разделе медицина, образование, транспорт, ЖКХ, благотворительные организации и так далее, да. Если 0,7%, да, это товары и услуги, не включенные в предыдущий раздел. То есть посмотрите, изучите, если вы, соответственно, в вышеуказанном разделе работаете, вам вообще будет выгодно 0,4% всего лишь. Как пользоваться? То есть, если вы продавец, то есть вы открываете в ВТБ расчетный счет, если у вас его нет, устанавливаете приложение, там ссылка будет ниже на данной странице. Далее, на втором шаге, вводите назначение платежа и стоимость, создаете QR-код, показываете его покупателю. Далее, получаете подтверждение зачисления денежных средств и, собственно говоря, все на этом. Если вы покупатель, то есть заходите в мобильное приложение своего банка, на втором шаге сканируете QR-код и подтверждаете оплату. То есть предельно просто. Уж проще нету, наверное, ничего. Ну и вот, как я уже и обещал, да, вот оно приложение, то есть вы можете его скачать. Доступна она в App Store или Google Play, то есть в зависимости от того, какая у вас на смартфоне операционная система, и устанавливаете и пользуетесь. Если у вас какие-то вопросы возникли, здесь внизу страницы есть часто задаваемые вопросы, можете посмотреть. Если у вас какой-то свой вопрос, можете позвонить по телефону 8 800 277 99, оператор вам ответит, либо написать комментарий к данному ролику, да, мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, поучаствуем в дискуссии. Ну и если у вас есть возможность поделиться опытом своим в этой сфере, пожалуйста, делитесь, мы будем очень рады. В описании к данному ролику можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео, и всего вам хорошего.